орал, что я из кабины чуть не убежал. Самолет так резко и энергично ехал назад. Почему самолет резко ехал? Александр Петрович, на тебя так орали, еще раз не повторяю вчера, что я напугался, сидя на исправном самолете в горизонтальном полете. И ты мне сейчас объясняешь, что нифига особенного не было. Мне что, его сейчас убрать, что ли, снег? Что он истерику закатил? Да я нафиг полеты закрою, я их начал, я их и закрою сейчас. Давай. Мы опоздали с созданием палубной авиации на несколько десятилетий. Если американцы сделали первую посадку самолета на корабль в 1911 году, то советские морские летчики начали заниматься этим суровым мужским ремеслом только в 70-х. Это были самолеты вертикальной взлетной посадки Як-38, которые были очень сложные в эксплуатации, опасные и внесли с собой десятки жизней морских летчиков. И только в 80-х годах мы приступили к освоению самолетов горизонтального взлета и посадки. В начале 80-х годов был построен полигон взлетно-посадочных систем «Нитка» и началось строительство уже настоящих авианосцев. А на этом полигоне можно с достаточной степенью безопасности подготовить летчиков по корабельной программе. Потому что ошибка в технике пилотирования здесь, на этом полигоне, недолет, перелет, он не кончается летным происшествием. На корабле любая ошибка – это смерть. Не долетел, врезался в кормовой срез, гибнет. Перелетел, упал в море, тоже гибнет. В этом году то же самое. 15 минут, 3 катастрофы могли иметь. И опять улыбки эти самые. Да все хорошо, товарищ командир, да подумаешь, там, ну, один соскользнул, другой, значит, другого как из рогатки чуть не выстрелили, а третий чуть не убился. Все это выливается в то, что когда вы становитесь командиром, вы не... Я почему-то самое, не забывал у вас штаны менять и все остальное. Извините за грубость выражений. Вас спас, как детей малых. Вот вы сейчас командирами стали. Чего же вы этого не делаете? 10 марта 1986 года директивой Генерального штаба был образован 100-й корабельный истребительный полк, который был предназначен как раз для подготовки летного инженера-технического состава для будущих советских авианосцев. Конечно, в основном я брал лейтенант. Лейтенант как глина, из него чего угодно можно слепить. А берешь подполковника подготовленного, который привык петлю делать так, как его 20 лет назад научили, он уже по-другому не в состоянии делать. Правильно вот фронтовики говорили, что летчик-истребитель нужно делать в первые 3-5 лет после окончания училища. Их нельзя делать перед пенсией. Назначать надо с Пашей Кретова. Он уже за мной, вот затылок дышит 20 лет, с 80-го года, как пришел в училище. Это летчик от Бога. Он лейтенантом сел в кабину, и в первом же полете, вот как он взял ручку управления, я почувствовал, что это, ну, может, не покрышки, но настоящий советский истребитель будет, да? Игорь Кожин. Ну, это, я хочу сказать, действительно сконцентрированная воля, потому что у него многое не получалось. Вот он действительно себя борол и преодолевал. Но зато и в конечном результате он тоже встал в ряд лучших летчиков-истребителей нашего государства. Он грамотный, эрудированный, хотя очень своенравный. Дважды он только из-за особенностей его характера чуть не попрощался с жизнью. Но в конечном счете он всегда делал правильные выводы. Витя Дубовой – это прекрасный летчик, замечательный человек, душа компании. Он не только хорошо летает, но хорошо поет. Это человек, который никому не завидует. Никогда никому не делает плохо. Что для военного человека, в общем-то, является недостатком, потому что, когда нужно взять в кулак подчиненных и повести их куда-то, этого у него не всегда получается, потому что он мягкий, добрый человек. Далее Сережа Рассказов. И он уже старшим лейтенантом показывал высший пилотаж американским делегациям. Он очень сильный физически. Если многих летчиков я в воздушных боях просто брал на износ, на измор, они не выдерживали перегрузок, то с Рассказом этот номер не проходил, потому что у него такая вот шайба, такая вот шея. И его можно было только обмануть, чтобы стряхнуть с хвоста, а по-честному это сделать было невозможно. В целом, вот отбирая летчиков сюда, я ставил перед собой цель сделать летчиков 21 века. Я вот в качестве примера могу привести, как ко мне пришел Женя Кузнецов. Я с ним сначала побеседовал у себя в кабинете.
Он, конечно, эрудицию показал просто беспредельно. Он знал даже то, чего я не знал, хотя я, конечно, виду об этом не показал. Но летчик-истребитель на самолете 4-го поколения – это еще не только знание, но и воля, физическая подготовка. У меня был командир эскадрильи Серега Рубанов по прозвищу Рэмбо. И второй у меня паренек крепкий был. Я их двоих вызвал, говорю, проверить вот этого молодого, чего он стоит. Они пробежали с ним 3 километра, он не добежал, конечно, до конца. Потом подвели к перекладине. Ну, потом приходит Рубанов, говорит, товарищ командир, труп. Ну, я пошел посмотреть, в общем, кроме как визг гвоздем, он изобразить ничего не мог. Ну, я подхожу, а он, значит, в комбинезоне все, я говорю, сынок, а где твой спортивный костюм? Ты уже и жениться успел, и ребенок у тебя уже есть, а спортивного костюма ты до сих пор себе не купил. Ну, в общем, дал я ему срок, говорю, приходишь тогда, когда ты будешь считать, что ты готов. Пока ты не пробежишь как человек, и пока не подтянешься 10 раз, ты сюда не попадешь. Павлик Подгудов. Ну, Павлик тоже как раз вот вписывается вот в это определение. Концентрированная воля, характер и способность пойти даже на такой риск, который, наверное, сегодня и не нужен. Я уверен, что если надо будет таранить американский авианосец, он брови не поведет и рукавами не трогает. Да, Сережа Корнев. Он азартный. Летчик-истребитель – это очень неплохо. Он может целые сутки играть в карты. Он очень рисковый тоже летчик. То есть вот для войны такие летчики, как Корнев, это просто находка. Просто он немножко или рано родился, или поздно родился. Ему бы или в ту войну, или в будущую попасть. Вы мою политику прочувствовали на собственной шкуре. Мне от вас нужно, чтобы вы сейчас сказали, что вы по этому поводу думаете. Пить, пить, курить, курить, летать, не летать и так далее. После того, как я определял для себя, что летчик мне подходит или нет, я заставлял его писать расписку. Первый он писал, что он не будет злоупотреблять спиртными напитками. Второй пункт – это не будет курить. Третий – заниматься карате или рукопашным боем. И последнее требование – это служить в любой точке земного шара, куда его пошлет советское правительство. Весной 87 года у меня полк начал умирать от пьянства. Вот утром пьют, вечером пьют. Ну и грешным делом у меня даже была такая мысль, подлая, считаю, вообще уйти на Балтику, на те самолеты и к тем людям, которых я знаю. А потом я вспомнил, что если я один раз уйду, то я потом, ну это не я уже буду. Но я пошел другим путем. У меня уже была школа карате, у меня были единомышленники, хорошо подготовлены за несколько месяцев. Утром в 5 часов я поднимал полк, впереди бежал я, по краям мои эти ребята. И сзади замыкали наиболее, так сказать, начальник физподготовки Витя Вашукевич и пару таких крепких ребят. Ну что я им сказал, кто падает, можете добивать и кидать в кусты. И вы знаете, через неделю пить перестали, потому что... Ну, вечером выпьешь, утром бежать, понимаете? 6 километров я кросс делал, потом строил их и делал мах на солнце, бах на землю. То есть готовил к будущей жизни. Тренирую волю свою, да, дух и тело в пользу для военного дела. Я боролся с курением, даже гипнотизера приводил. У меня стращал командира первой эскадрильи Мороза, значит. Я этот кабинет ему отдал, он 40 минут. Я хожу по улице, через форточку я слышу, что... Вас тошнит, у вас ненависть, вы не да, курение там. Ну, здорово, красиво говорил. Я еще больше курящих возненавидел. И вот через 40 минут картина. Выходит Мороз, глаза туманные. Вот я за дверью, что он меня не видит. Мимо идет Вова Дьякова, он говорит, кадет, сигаретки не найдется. Блин, я уже не выдержал, заскакиваю в кабинет, хватаю этого гипнотизера, ставлю у стойки подачи, пендаль, и он полетел, значит, вместе со своим гипнозом. Так они на меня жаловались, даже нашему командованию меня вызывали. 40 минут меня строили, целых 4 генерала. Вызывали Пиночета меня, значит, вот я не советские методы воспитания. Хотя мне, например, до сих пор радует сердце, когда Дубовой мне написал, я капитан Дубовой, такого-то числа докладываю, что я бросил курить. Я периодически Дубовому показываю расписку, потому как он зараза сейчас курит, ну, как все нормальные люди курят. Ты же тоже координацию терял поначалу. Ну, помнишь, как его к доске вызывали? Он же ни одного слова не мог... Ну что, ну так было, Серега. Ты ел мало, да у тебя морда была такая, как у меня сейчас даже нету. Ел мало. Я ведь тоже орел, но я в детстве много... Ты к доске выходил, ты даже не мог черту белую провести. Ел плохой был. Дело в том, что над морем... Психологически может летать не каждый летчик. Иногда горизонт размыт, и небо сливается с водой, особенно когда гладкая вода. Это как раз те условия, в которых вообще пилотаж не рекомендуется делать. Потому что отказ авиагоризонта приведет к нежелательным последствиям, включая даже падение самолета. Очень трудно расстояние до воды определить. Вода проступает уже, как правило, тогда,
когда выводить уже поздно. Ситуацию делать, доложи это, ты выходишь в полет. Вот завтра я тебе выключу двигатель. Если он выключит двигатель, он вылетит за корму. Он катапультироваться даже не успеет. Это же человек сидит. Кто разрешил снимать? Вчера отколол. Железный бил. В принципе, ты исполнил 3 смертельных номера вчера. Любое из твоих 3 действий, по которым можно инцидент оформлять, оно могло закончиться авиационным происшествием. Это очень трудно сказать летчику, что он должен прекратить полет. Вот у меня, к сожалению, были такие ситуации в жизни, случаи, когда я видел отчетливо, что летчику на данном истребителе летать не надо. Потом, в конечном счете, он за мою нерешительность платил жизнью, погибал на полигоне. Но, тем не менее, я и сегодня не знаю, как летчику первого класса сказать: молодой, ты на этом самолете летать не должен. Хотя авианосец заставил меня принимать жесткие решения. Но 3 недели назад мне пришлось отстранить тоже подготовленного летчика подполковника. 5 лет мы мучились, но ему летать с авианосца нельзя. Он просто на этом авианосце погибнет. Пусть он обижается на меня, но живет на радость своей семье и родителям. Чем я проявлю слабость, пойду ему навстречу, он доплатит за это жизнь. Женщине от природы вообще большая власть над мужчиной дана, и если она неразумна и пользуется, то это приводит к большим несчастьям. Авиация — это не исключение, потому что летчик — это не солдат Урфинджуса. Он также переживает, также мучается. А работа его не предполагает вот эти вот мучения и разброс мыслей. У нас в полку потом на этой почве гибли люди. Мой инструктор Абрамовский, он мне сказал: молодой, запомни, летчик, который женится на дряне, подписывает себе смертный приговор. Константин Борисович, объясняю, что иногда надо кричать, иногда нужно и покрыть матом, иначе летчик твою команду не выполнит и погибнет. Если самолет на твоих глазах падает, вниз головой в штопоре, и ты ему говоришь: Костя, выпрыгни, Костя, родной, прыгни. Он не прыгнет. Его нужно обложить, как положено, как военного человека. И только воплем его можно оттуда выкинуть. Все, мы дошли до той черты, за которой смерть смотрит на вас в оба глаза. Понятно, товарищ Дерибадович? Так точно. Вот правильно, смотри на меня с ненавистью, садись. Но делай то, что я говорю, и будешь жить долго и летать. Ноября 1989 года произвел первую посадку на истребителя Су-33 наш замечательный летчик Виктор Георгиевич Пугачев. И в 91 году, вот по осени, уже первая пара села у нас на авианосец. Около 20 летчиков были уже на подходе, летали по корабельной программе этой нитки с утра до вечера. И мы думали, что цель близка. Но, к сожалению, потом в декабре 91 года 3 человека сели в Беловежской пуще. И решили, как нам жить дальше. 9 лет назад 3 безумца поделили великое государство, которое называлось Советским Союзом, и обрекли
своих соотечественников, то есть нас с вами, на страдания, которым сегодня не видно и конца. Дело в том, что когда государство наше развалили, я лично не все понимал, что происходит. У нас какие-то иллюзии были, общие вооруженные силы, что, в общем-то, единое государство останется. Ну, просто на каких-то других принципах объединенные. По решению трех президентов в Беловежской пуще части центрального подчинения и военно-морского флота отходили России. Центр боевого применения на аэродроме Саки – это часть центрального подчинения, и он должен быть российским. Но, к сожалению, часть руководящего состава центра, подавляющего в большинстве, приняли ориентацию на Украину. Сюда начали прилетать эмиссары украинские. Первый прилетел сюда замкомандующий авиации Украины генерал Фколько. И он говорит, нужно 4 летчика, украинца, для показа высшего пилотажа в Канаде. Я уточняю, говорю, вы, наверное, оговорились, наверное, не 4 летчика украинца, а 4 гражданина Украины, летчика. Он говорит, для тупых я повторяю еще раз. 4 летчика украинской национальности. Потом, значит, этот Скалько собрал нас, все руководство центра. Он зачитал приказ министра обороны Украины о переподчинении центра вооруженным силам Украины, о назначении их украинского начальника центра и о снятии нашего русского Бакуля, ну не русского, советского. И вот вы понимаете, сидят эти полтора десятка высокоподготовленных в профессиональном отношении и далеко не слабых людей. И всем все понятно. Он говорит, вопросы есть. И вот я тогда встал и говорю, я что-то не могу понять, что вообще здесь происходит. Приехал какой-то генерал в каких-то зеленых штанах, я его первый раз в жизни вижу. Зачитал приказ какого-то министра обороны. И в это время я узнал, что полковник Безногих создал подпольный союз офицеров Украины, на котором они вот эти все вопросы обговаривали. Там даже вопрос ставился о физическом устранении полковника Бакулина. Физическом не в плане, чтобы его убить, а просто, чтобы на определенный период времени он исчез. Не было его вопроса. Потом бы его, конечно, вернули, но все дело было бы сделано. Полковник, подполковник Иванов для принятия присяги. Пожалуйста. Вот здесь присядем. Я, Иванов Валентин Васильевич, вступаю на военную службу. Торжественно клянусь народу Украины всегда быть верным и преданным ему, добросовестно и честно исполнять воинский долг. Многие принимали присягу, не поднимая глаз. Я не принимал присягу, но для меня это такое нервное потрясение было, что мне потом несколько месяцев пришлось свой организм приводить в соответствие, причем при помощи врачей. Такие переживания были, хотя для себя я уже все решил. Но здесь оставалось то есть смысл всей жизни уходил вместе с этим аэродромом и с этим, значит, полигоном. Я четко понимал, что второй такой тренажер нам не построить. То есть, в принципе, для меня решалась судьба авианосного флота вот на этом аэродроме в тот период, весной 92-го года. Второй раз офицеру принимать присягу. Плохо. Но еще хуже должно быть тем людям, которые этих офицеров заставили самих принимать решения и принимать присягу. Второй раз, значит, по той причине, что то государство, которому они присягали первый раз, прекратило свое существование на абсолютно ровном месте, без видимых причин, без внешнего воздействия военного. Советского Союза не стало, надо определяться. Гражданином какой страны я стал? Я рожден здесь, здесь вырос, здесь собираюсь умереть. Мне было, конечно, неприятно внешнее проявление вот этого насилия. Сегодня люди, которые вчера были под красным прапором, сегодня вдруг появились под желто-блакитным знаменем. И вдруг начали спрашивать у наших высоких начальников, на какой мове мы будем размовляты. Я ушел на пенсию в 94-м году. Первая причина, это потому что мы практически полностью перестали летать. Мне, конечно, щемит сердце, когда я вижу своих однополчан, летающих здесь. Но нет, нет. Уходя, надо уходить. У меня третья эскадрилья, она из одних украинцев стояла. Я к ним утром приходил каждый день, говорю, привет, хохлы. А после присяги зашел, говорю, привет, и заткнулся, потому что уже не хохлы, а уже могут политику пришить.
Так вот, дохожу вот как раз в этот самый период. На доске написано «Родина», «Москва» с маленькой буквы, а «Сало» с большой. Вообще классный такой кадр. Да мне просто не хочется даже об этом вспоминать, как принимал присягу. Это было трудно, это было больно, это... Скажем, что проявил слабодушие. Семья повлияла, потому что у меня сын родился как раз в 91-м году. Вот я его давно ждал. Наталья сказала, что она туда не поедет. Жена моя. Все взвесил, остались здесь. Да мои родня тоже говорит, что я там. Вот, еще друг раз выпил. Типа предал Россию. Я говорю, никто никому ничего не предал. Спасибо. Если вернуть все назад, я бы пошел на свет. Часть украинцев, настоящих украинцев, они вообще присягу не приняли, они уволились. И не потому, что не любят Украину, а просто говорят, я вот так вот присягу под дулом пистолета не собираюсь принять. Но у некоторых семьи просто на этой почве лопнули. Ну, как вот у Лёшки Фоломеева. Ну, такая кошмарная обстановка была. Гарнизон гудел. Какие-то разборки, кто какой национальности. Дома это обсуждается, на работе это обсуждается, везде. И потом, когда твои друзья, с которыми, в общем, так сидели часто вот за этим столом, вот так вот, когда они приходят в твой дом и говорят, вот эти хохлы подлючие. И я говорю, что я отношусь к этим хохлам, в общем-то, потому что я тоже этой национальности. То, что сибиряк, то, что мой дедушка добровольцем пошел на войну с фашизмом и под Смоленском лег. И то, что я единственный в роду офицер кадровый, естественно, я не мог присягу принять дважды. Офицер, принимающий присягу дважды, может ее три раза принять. Сегодня он принял Украине, завтра он принял французам, потом американцам. Что это за воин? Он не может жить под желто-блакитным флагом. Для него вот он патриот, вот для него есть Россия. Это для него важнее всего. Что получается, что патриотизм несовместим с любовью. Получается вот такое. Он сказал, если он сюда приедет, то только на танке. Есть такое понятие. Замуж выйти? И выйти за мужа. Будь за мужем, хоть на край вселенной, ты должна за ним идти. Все. Это не зависит от национальности, дома или что-то еще. Мы получили квартиру в 91-м году. То есть получилось как раз мы год пожили, и нужно было опять собирать куда-то вещи, опять ехать вот на север. Как мои-то родственники все на Украине, в общем-то, и его корни тоже есть украинские. Но когда такие разговоры уже были, что если придется стрелять друг в друга. Ну, вот, естественно, он говорит, я не смогу стрелять, это однозначно. Я говорю, тем более, ну как ты будешь стрелять моих родственников? Они всегда к тебе хорошо относились и все. А второй еще вопрос, у нас же ребенок, собственно, получается, двух кровей, и как его делить? Ну, профессия офицера, она, конечно, тяжелая. Не каждая дама может это выдержать. Но прожив со мной 20 лет, она должна была остаться. Она должна была остаться.
Значит, меня пригласил мой командир, тогда начальник центра был, полковник Бакулин Геннадий Георгиевич, и сказал, говорит, Тимур, есть еще одно обстоятельство, которое ты должен обязательно знать. Каждый офицер от командира полка и выше должен ответить при собеседовании перед назначением на должность на один непростой вопрос. Будешь с Россией воевать или не будешь, если потребует интересы Украины? Генерал-лейтенант Радецкий был командующим округом тогда. Он по телевизору в открытую, на всю страну нашу заявил, я, говорит, если интересы Украины потребуют, буду воевать с Россией. Я вот смотрю телевизор и думаю, блин, какая вообще женщина тебя вырастила, это же советский генерал. Я тогда еще не знал, что его родной брат, у которого даже лицо почти такое, вице-адмирал Радецкий, начальник тыла Северного флота. Вот два родных брата, один в России, другой на Украине. Воевать с Россией, конечно, мне, да и любому, наверное, человеку, который живет здесь и вообще на Украине, наверное, абсолютно не хотелось бы. Но если мы приняли присягу или даже находимся на контрактной службе, дело военного, конкретного исполнителя, не рассуждать, значит, о правильности, правомерности отданных приказов, а точно их выполнять. Что касается летчика, значит, его дело точно накладывать марку на цель и вовремя нажимать боевую кнопку. Тут же Осипович, он же сбил этот гражданский Боинг. Я служил на Дальнем Востоке, если бы я сидел в дежурном звене, подняли, и я бы точно так же сбил этот Боинг. И сейчас собью его. Я считаю, что Осипович правильно сделал. И любой другой на его месте поступил бы точно так же. Даже и здесь. Это очень сложный вопрос по поводу бывших сослуживцев, которые будут воевать с моей страной. Я же считаю, что у них что-то не в порядке с мозгами. Когда учились в училище, инструктор нам говорил так, что, товарищи курсанты, летать вас научат ДСАФИ, а здесь вас учат убивать. Вы растете персональными убийцами. Вот если у нас стрясется такая страшная ситуация, что нам придется лететь и убивать своих товарищей бывших, то, естественно, каждый, наверное, будет поступать уже в силу своего разумения. Нет, я никогда стрелять по своим бывшим братьям не буду. Если поступит такой приказ, что ж тогда армии со мной не повезло. Вот эти все сказки там, что я стрелять не буду, там я т.д. Я в это все не верю. В нашей стране, к сожалению, это все можно организовать. Просто приложить к этому руки. У нас стравливают два братских народа, даже один с другим, так, что они вырезают там до седьмого колена. Когда в Донузлаве контр-адмирал Кожин поднял флаг украинский и объявил, что это территория Украины, естественно, Касатонов окружил морской пехотой, а безногих посадил здесь звено самолетов Су-25 штурмовиков с разовыми бомбами кассетами. Летчики на эти самолеты были спланированы, все члены Союза офицеров Украины, все украинцы. И я к нему подхожу, говорю, Виктор Иванович, ну неужели вы действительно будете бомбить советскую морскую пехоту? У них же тогда был советский военно-морской флаг, они Андреевский флаг еще не поднимали на Черноморском флоте. И он говорит, если интересы Украины потребуют, то я, говорит, буду бомбить. Я говорю, Виктор Иванович, тогда я вам тоже официально объясняю, говорю, что ни один самолет с этого аэродрома с подвешенными бомбами не взлетит. И потом будущим вдовам сами будете рассказывать, почему они погибли. Он мне вообще сказал конкретно, Тимур, ты меня знаешь, я пущу кровь и на вас с Бакулиным спешу. И вы будете виновны в том, что забьете клин между двумя братскими народами. И, как он говорит, на Горном Карабахе, по сей день никто не может разобраться, кто первый выстрелил. Ухожу, нету сил. Лишь издали. Все ж крещеное помолюсь. За таких вот, как вы, за избранных, удержать на добрый вам Русь. Но боюсь, что и вы бессильны, потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, не могу, не хочу смотреть. Эта женщина-фронтовичка Друнина за несколько минут до своей смерти написала тебе это четверостишее. Когда у нас вот накал страстей достиг апогея, сейчас очень не любят это вспоминать все. У меня авторитет гарнизона очень большой был, я мог что угодно здесь сделать. Но Бакулин меня пригласил себе в кабинет и говорит, Тимур, мы вчера сидели в одной кабине, а сегодня должны убивать друг друга.
ради чего? Он говорит, не стоит этот гарнизон человеческой крови и даже одной единственной человеческой жизни. Он как в воду смотрел. Через месяц Ельцин с Кравчуком, не хочу быть грубым, в засос целуются в Ялте под солнцем палящим. А мы бы тут, так сказать, выясняли бы, да, кому этот аэродром оставить, России или отдать Украине. Я мог вполне этот полк увезти с самолетом и с личным составом до 650 человек, увел бы в Россию, но там отказались. Потому что мятежных полков боялись и там, и здесь. И то, что произошло, мы к этому шли десятилетиями. Поэтому у нас и ГКЧП, для меня до сих пор загадка, как три силовых министра обороны, КГБшники, министр внутренних дел, как эти три орла, не могли сделать ну, элементарный вшивый переворот. И какой-то Борис Николаевич вылез, значит, на броневик, как всегда, что-то там крикнул, какие-то там, значит, баррикады. Мне, как военному человеку, это смешно. Все это можно было даже не полком, а батальоном все сделать. Так наш классик говорил, без шума и пыли. Если бы Язов знал, что наша страна захлебнется впоследствии кровью из-за его нерешительности, они испугались. И он, и Крючков этот, я не помню уже, кто там был, и помнить не хочу, Покатин, по-моему, был. Пуга, да, Борис Карлович, да, помню этого Пугу. И настал тот черед, когда пребывание тех, кто не приняли присягу, здесь было уже просто ну, неприемлемо. И наше командование морской авиации приняло решение на перебазирование нас на Северный флот. И я с собой забрал вот 15 летчиков, 85 офицеров инженерно-технического состава. Ну и вот цена вот этой незалежности или суверенности, она оказалась настолько дорогой. Остался аэродром, было два полка, один полк разогнали. Сейчас эти в расцвете силы летчики, здоровые, способные летать, стрелять и драться, защищать родину. Они сейчас там работают, то заправкой руководит, там, то в колхозе на тракторе, то в кочегарке сидит. Понимаете, в результате этого раздела потеряли все. Авианосная авиация нужна России. Единственный авианосец в России. Полк корабельный начали возрождать опять в России. А тренажер взлетно-посадочных систем «Нитка» на Украине. Судостроительный завод, который авианосцы строит на Украине. Самолеты строят опять же в России. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы поделились, нас поделили точнее, нам-то делить нечего. Для всего другого земного шара, от Мордвина до Грузина, мы все остались русскими. Поэтому я предлагаю выпить за нашу великую родину, которая сначала называлась Россия, потом Советский Союз, а теперь разодраны на 16 государств независимых. Но тем не менее, это наша родина. За нее, за великую Россию. Да. Вот было, пьешь за великую Россию. Мы летели в неизвестность, мы летели на Северный флот. Все до одного шли с понижением в должности, КМСки шли рядовыми летчиками. Для некоторых должностей вообще не было. Четвертого марта меня Дейнеко вызвал к себе. У меня был день рождения, 40 лет мне было. Он меня поздравлял, потом говорит, вот прошел совещание в Совете обороны. И принято решение, если эскадрилью истребителей не посадят на авианосец до конца года, то корабль будет продан. И тогда, после этого, я вас собрал. Почему я помню, кто был? Потому что Седова реакция была, у Кости была реакция негативная. Костя сейчас может отпираться, тогда он мне сказал, товарищ полковник, вообще-то вот пожить еще хотелось бы. У меня, говорит, трое детей. Этот тоже сказал, говорит, да вообще-то умирать-то не хочется. Хотя я никому не говорил, что мы умирать будем. Я просто сказал, что я буду вас сажать в жестких условиях и практически любой ценой. Да, я это сказал. Прав я или не прав был, время вот рассудило. Вопрос-то был не так поставлен. А как был поставлен? Вопрос был поставлен, готовы ли вы отдать свою жизнь. Это вот я такое говорил, Костя? Да, я это помню. Витя,
По-моему, так вопрос был поставлен. Вспомни. Витя точно был не готов отдать свой жилет, я точно помню. Что он смотрел на меня как на этого самого. Ну, как но не советские хорошо, летчики. Не, как советские летчики мы сказали, да, ради Родины готовы. На таран пойдешь, так точно. Вот вопрос был поставлен так. Готовы ли вы отдать свою жизнь? Такое жесткое решение мотивировалось тем, что корабль уже 5 лет был в море, а на его палубу не садились летчики-истребители. И никого не интересовало, что летчики-истребители были недостаточно подготовлены. Все здесь наложилось, и развал страны, и переход на Северный флот, полеты в заполярьях, нехватка топлива, самолетов, бытовая неустроенность. Но еще был один фактор. На север ушла практически молодежь. Самые неопытные, необстрелянные ребята. Основной костяк полка остался на Украине. В начале 94 года я даже и мысли в себе представить не мог, что я в этом году сяду на корабль. С маленьким налетом. То есть только что начали осваивать самолет Су-33. Опыта вообще никакого. Но с лейтенантов еще я знал, что рано или поздно это случится. То есть я себя готовил к этому. Риск был. И немалый риск был. Зачем? Иначе бы авианосца не было сейчас. Я понял тогда, что все, если единственный корабль продадут, то палубной авиации у нашей страны не будет никогда. И все, ради чего мы пожертвовали, уехали с Украины, просто теряло смысл. То есть я принял решение летчиков сажать в том состоянии, в котором они находились. Я и сейчас об этом не жалею. Просто если бы кого-то ситуация сложилась так, и кто-нибудь из них бы погиб, пришлось бы жить с этим. Спал перед трамплином первый раз, когда прыгал. Yeah. Ты. А я вот спал перед трамплином. Yeah, вот нет. Правда, когда я на него вырвал, я пожалел, что вообще в палубную авиацию пошел. Было такое. Да, я нервничаю. Yeah. Мне страшно это бывает. Слушай, на кого мы равняемся? Да? А не так, как этот. Вот мы с Костей рулим к трамплину, и ноги так по педалям стучат. Я спрашиваю, Костя, а что, в чем дело-то? А Костя говорит, да вот, товарищ командир, да вот. Я говорю, да что тут, как жена, как дети. Да дети, говорит, хорошо, какие проблемы? Да вот трамплин, говорит. Я говорю, а что ты волнуешься, я же с тобой. Да, говорит, только это и утешает. Он мужественный человек. А Нищенко, он что, трус, что ли? Мы вылезли, я говорю, вон боевой, иди садись, лети. Он дошел, возвращается ко мне, говорит, товарищ генерал, если я не сяду. А я ему сказал, молодой, блядь, вспомни жену, детей и сядешь. Вот и все, он пошел и слетал. Давление и пульс повышаются примерно в 2 раза. Летчик более напряжен и разбалансирован при посадке на авианосец, нежели в реальном воздушном бою, когда его могут по-настоящему сбить. Он приходит на авианосец, заходит на посадку и испытывает стресс 1,5-2 раза больше, нежели в драке воздушной. В 1994 году 9 летчиков уже летали с авианосца, а один Андрюха Абрамов. Все ему не везло. По-моему, 7 или 8 раз он пролетал на корабль, и ни разу не удавалось ему сесть. То самолет отказывал, то корабль ход терял. А погода ухудшалась, и прогноз давали неутешительный. И Андрюха не выдержал и говорит, дяденьки, нажимает кнопку радиостанции, говорит, дяденьки, дайте сесть на корабль. И тогда замкомандующий генерал Рогов говорит командиру авианосца, Ивану Санько, Ваня, говорит, ну можешь ты еще 5 минут на боевом курсе постоять, пусть молодой сядет. И так Андрюху посадили. Почему в первую десятку попали все мои летчики? Потому что я знал, я вас с лейтенантом знал, знал, какого цвета вы трусы носите. И я знал, кого до какой степени можно сжать. Поэтому вы сели, никто не убился. Ярослав Чибир. Я заставлял его работать с запредельными нагрузками. И в возрасте 46 лет он ушел на Северный флот, не принял присягу. И в 94 году в первой десятке, в возрасте 48 лет, в таком возрасте никто не летает с авианосца. Впервые сел на палубу Кузнецова.
Гаянус фактически добил его. Потому что он начал терять зрение, у него начал болеть позвоночник, центральная нервная система выходить из строя. И по состоянию здоровья он был вынужден уйти с летной работы. Но свою задачу он выполнил, он был один из этих десятерых, которые корабль спасли. Но сейчас он разделил участь старших офицеров, уволенных из вооруженных сил, работает помощником в кочегарке. Ходили слухи, что, я, правда, сам не знаю, что вот если бы мы не сели на корабль, то этот корабль продали бы. Я в это верю. У нас может быть что угодно. Значит, во-первых, что я скажу, что я рад, что так получилось, если мы спасли его. А во-вторых, мне приятно то, что я, пусть 48 лет, но сел на корабль, потому что я к этому очень долго стремился. Жалею только, что мало полетов сделал. 9. Год назад Рыжов меня провожал в Москву, на машине подвозил. Это прошло 5 лет после его первой посадки. И он мне сказал, вы нас под дулом пистолета посадили на авианосец. А вы даже не представляете, что вот я, например, садился вообще на грани возможностей своих. И я думал, что я не сяду, что я погибну. Можно с таким настроем садиться или нет? Нельзя. Нельзя, я тоже так думал. И там очень хорошо. Минутку, Ярослав. Но мы же знаем, что далеко не каждый летчик, а точнее 95% летчиков, никогда не скажут о своих сомнениях. И никогда не скажут, что они чего-то боятся. Я готов целовать каждый квадратный метр палубы Кузнецова, нашего авианосца, только за то, что он не забрал у нас ни одного летчика. Но я не знал последствий палубных полетов с авианосца. После первых полетов с авианосца летчика нужно отправлять в отпуск. И в 95-м году я не отправил 2 летчиков, оба они впоследствии погибли. Первая посадка в жизни палубного летчика, это, естественно, большое событие. Морально готов? Готов, точно. Ну и последнее, Петрович. Ты должен быть готов все время покинуть самолет. При заходе на посадку, на посадке, на взлете, особенно на трамплине. Чем на взлете нужно сделать крен, чтобы авианосец по тебе не проехал. Воды туманы отрывая, и прибавив мне седую прядь, от меня корабль укрывает, знаю, где-то в море полоса, у нее стальные есть троса, у нее крутой и резкий нрав, там решится, прав ты или не прав. Работа как у снайпера моя. Задачей, как его, не промахнуться. Моя мишень на теле корабля, и к ней я гаком должен прикоснуться. Как магнитом манит полоса, там на ней натянуты троса. РВП молчит, хороший знак, значит, куда надо ляжет гак. От напряжения мокрая спина, как ювелир точу свою глиссаду. Корабль с нетерпением ждет меня. Не торопите, непременно сяду. Как магнитом манит полоса, словно нервы подняты троса. Ветер слева будет мне уроком.
Я на срез выскакиваю боком, корабль металлом рухнул на меня. Посадку подтверждая с упоением, но лишь зацепки нет всему и вся. В душе моей родит успокоение, подо мной играет полоса. Позади остались все троса, лишь один за мною увязался. Только б он теперь не оборвался. И вот уже посадка позади. Я в нужном месте палубы коснулся, а в тех моих, что будут впереди, не пожелайте, чтоб не промахнулся, как и прежде манит полоса. Поперек натянуты троса, РВП молчит, хороший знак. Значит, куда надо ляжет как, как и прежде манит полоса. Поперек натянуты троса, РВП молчит, хороший знак. Значит, куда надо ляжет как,